Я хотел бы пригласить к этому микрофону Зою Светову, известного правозащитника, журналиста, корреспондента журнала New Times. Здравствуйте, люди! Здравствуйте, рассерженные горожане! Я каждую неделю бываю в тюрьмах и в колониях, и я знаю, что у нас есть ГУЛАГ, у нас нет Сталина, но у нас есть Путин. И сегодня я хочу сказать вам, грош нам цена, если мы не защитим Алексея Козлова, если мы не придем все завтра в Пресненский суд, потому что его могут снова посадить в тюрьму, его могут снова посадить в колонию. Грош нам цена, если мы откажемся от наших требований, которых мы с вами выражали в течение 3 месяцев. Это освобождение политических заключенных. Помните, мы подписывали письмо в защиту Светланы Бахминой. Мы подписали 1000 подписей, и мы вытащили Светлану Бахмину из тюрьмы. Путин сказал, что если мы соберем 100 тысяч подписей, то Госдума будет рассматривать наше заявление. Давайте собирать 100 тысяч подписей в защиту политических заключенных. Они ждут, они смотрят на все наши митинги. Я получаю десятки писем, и люди ждут. Политические заключенные — это Михаил Ходорковский, это Платон Лебедев, это Валентин Данилов, это Зара Муртазалиева. И если мы не отстоим Алексея Козлова, он тоже будет политическим заключенным. Приходите завтра в Пресненский суд в 10 утра. Судья должна увидеть, что мы защищаем Алексея. Грош нам цена, если мы не сможем этого сделать. Я прошу вас, приходите!